Здорово, народ. У нас сегодня 8 игр. Садитесь поудобнее, берите что-нибудь поесть и начинаем. Вот эти все игры не будут уже название читать. Поехали. Кроссироуд, первая игра. Попробую хороший результат показать. С первого раза. Вот с первой попытки. Так, а за кого-то мы играем, интересно. Кто это у нас? Какой-то персонаж новенький. Так, тут много машин. Попробуйте, игра очень прикольная. Можно на телефоне удобно играть. На iPad, конечно. Хотя, может быть, на iPad удобнее, чем на телефоне. Но все-таки... Так, ладно. Погнали. Оп-оп-оп-оп. Опасно было, опасно. Я спешил. Ребята, больше не спешу. Оп. Так. Оп-о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 п. Ой, почти уплыл туда. Вниз же нельзя плыть, ты сразу погибаешь. А, кстати, листики-то не тонут, я вот не помню. Тут листики есть, на которые ты становишься. Ну, лилии, типа. Так вот, можно ли на них долго стоять, или ты утонешь рано или поздно? Вот это я не помню. Кстати, неплохо иду, смотрите. 100 почти результат пока что. Здесь вот время поджимает, я не могу долго стоять, как бы. Если стоишь, то ты проиграешь. Там 10 секунд, по-моему, можно стоять на месте только. Было опасно. Я рискнул, но было опасно. Так, я не спешу. Так, топ-стоп 20, видите? Типа, очень неплохой результат. Я еще, видите, стараюсь монетки иногда забрать, потому что за них можно новых персонажей потом пооткрывать. Ух, прям 3 монетки, зацените, как было. Так, хорошо, идем, прям вообще. Ой, как же я нажал так быстро. Ай, 153. Ну ладно, можно что-нибудь открыть, может, что-нибудь выиграем. Ну, 60 монет. Это много вообще, 60 монет? А сколько у меня всего монет? Где это посмотреть? Free gift. Вот сюда надо нажать, надо. Я просто не понимаю, что мне нажать, чтобы нового персонажа открыть. А как вообще новый персонаж? А, вот он. Это что я нажал? А, 2 игрока, нифига себе. Можно вдвоем. Прикольно, а я не знал. Можно друг на друга запрыгивать, прикиньте. Оп. Можно так вдвоем сразу. Оп. Реально, можно вдвоем просто одинаково нажимать. Прикольно. Соревноваться с кем-то. Обязательно с кем-то поиграю. Супер класс. Вообще. Я не знал. Блин, чего вы не писали, что такой режим есть? Я бы играл, блин. Реально прикольно. Jetpack Joyride без интернета я запущу. Я не знаю, может быть, он не запустится. А может, запустится. Сейчас посмотрим. От создателей Fruit Ninja, если кто не знает. Кстати, есть такая же версия для Индии, она совсем другая игра для Индии. Можете поискать в интернете, типа APK-мод или просто APK Jetpack Joyride для Индии. Там очень прикольная игра, она интереснее, там боссы есть. А здесь просто летаешь, как бы, для нашей версии, у нас обычная версия. А для Индии сделали другую версию, не знаю почему, для чего, но она прикольная. Я играл. Так... Ага, нажимаем вниз, он вниз. И огонь еще, да? Ну, прикольно, но очень сложно на этом драконе далеко долететь, потому что сейчас будут ракеты всякие бесконечно. А у нас хвост, он знаете, он такой медленно реагирует на что-то. Поэтому во что-то влетим мы. Та-та-ре-па-па-пам. Плюс в чат, если кто-то играл в эту игру. Кто играл в игру до моего видео? Хоть кто-нибудь. Играли в эту игру, она бесплатная, она прикольная. Ее можно проиграть и даже на компе, по-моему. На компе, на консолях она есть. На планшетах, на телефончиках. Не знаю, где еще она вышла. На игровых автоматах, может быть, эта игра тоже есть. Там одну кнопку просто нажимаешь, уже ничего нету, видите? Я только одну кнопку жму. Итак, ну, управление супер удобное. Тут можно и с геймпада, наверное, играть. Просто одной кнопкой геймпад, он вверх, типа, ну, летит вверх, и все. То же самое, как пальцем нажимаешь. Пока неплохо иду. Ой, хорошо. Эта птичка. Тут можно много монет, по-моему. Когда она появляется, очень много монет можно сразу собрать. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой.
Ну, именно маленьких монет. Есть же монеты, которые используются для слот-машины. В конце там можно что-то выиграть, бонус какой-нибудь крутой. А обычные монеты для костюмов новых используются. Новую жизнь можно купить дальше, типа, если умираешь. Так, у меня уже три токена. Три таких монеты для игры в автоматах. Так, по центру держимся. А что это такое, я забыл? А, это дополнительное золото. Неплохо. Ну ладно, умираем. Там еще кучу игр надо показать, успеть. Так, ну что, у нас три монеты, первая монета. Неплохо. Сколько дали? Я не понял. Двойные монеты нам дали? Типа, сколько заработали, умножиться на два, что ли? Я не понял, что это было. Просто не понял реально. На два умножиться? Или они уже умножены на два? Не понял. Ну ладно. Неплохо. Задание даже какое-то выполнил я. Хорошо. Так, у нас Shadow Fight следующая игра. Shadow Fight, по-моему, без интернета лучше запускать, насколько я помню. Погнали в Shadow Fight. Зачем эта заставка постоянно в начале? Она уже надоедает, ее постоянно пропускать надо. Сразу запускается пусть игра. Чего она так долго грузится? Тут как бы меню в начале. Нечего загружать, мне кажется. Не оптимизированная игра, реально. Она давно вышла. И, ну, долгие загрузки. Ну, что так долго-то? Тем более интернета нету, ничего не грузится. Так, меню. Так, новое оружие можно купить, да? Или защиту, я не помню, что нам надо купить. А где тут что нажимать? Как неудобно вообще. Так, это закрыто. А что оно у меня написано? Единичка. Я, типа, должен что-то одеть или что? Что вот это такое единичка? Я не могу понять. Или она мне маску говорит использовать? Я ее купил, короче. Наверное, маску было написано. Хотя нет. Если бы маска была в другом месте. Ладно, попробуем сейчас сразиться. А это что такое? Так. Что-то какие-то квесты выполнили. Погнали драться. Easy, impossible. Ну, easy. Impossible — это пока что мы не готовы к этому. Iron — железо против нас. Тень против железа. Ну что ж, погнали. Покажу вам скилл. Что-то промазал меня, извините. Что-то не очень, да? Надо как-то аккуратнее. Нормально. Он по мне, по-моему, не попал. Не, попал уже. Я хотел бы победить, чтобы ни разу не пропустить удар. Там, по-моему, бонус дают за это. Как я вовремя, да? Он на меня прыгает, я от него. Как это было четко, да? Так, кто из них я? Кто я? Я вот это. Ага, вот этот чувак. Внизу подсвечено. Я долгое время не видел, на самом деле, эту подсветку, что внизу. Поэтому я часто путался. Где мой персонаж, думал я? Слева, справа, где он? Чисто кнопки нажимал от балды просто все. Ну давай, покажи ему, кто тут главный. Да, давай. Уа! Давай. Ну, ё-моё, чувак. Ну что? А, я выиграл. Я думал, я проиграл. Я шучу. Я думал, просто он меня стукнул, что я упал на землю. Так, давайте попробуем идеально это все сделать. Я сейчас серьезно сыграю. Идеально в плане не потерять здоровье. Да, он вроде не нанес мне здоровье, урон. Смотрите, у меня все равно полная полоса, соответственно, это не считается, наверное. Я в защите был. Так. Ну, блин, куда ты упрыгиваешь, чувак? Поддайся мне, пожалуйста, чтобы мне бонус дали хороший. Пожалуйста. Так. На самом деле, если он мне нанесет урон, можно просто ему проиграть, чтобы еще третий раунд был. Чтобы там идеально выиграть. Но он, не буду я, конечно, этим заниматься. Мне кажется, если даже стоять, он будет меня целый год убивать. Вот давайте, смотрите, я стою. Как долго он будет меня убивать? А когда стоишь же, это блок получается. То есть я, наоборот, неуязвим сейчас. Смотрите, как долго он вообще соображает вообще, что делать. Ну да, урон идет, но минимальный, потому что это как блок считается. Блокирую я это все. Ну давай, бей что-то. Ну, ё-моё. Давай еще один разочек. Все, молодец, красавчик. Красавчик. Победил я. 181 монету получил. Вам нравится Shadow Fight? Что же ответить? Нет, мне не нравится. Никогда больше не спрашивай об этом.
Все, хватит. Hungry Shark без интернета. Нормально будет идти или нет? Как вы думаете? Вот этот World. World. Так, мне надо геймпад выключить, а вдруг он глючит. Ну что, он с этой игрой не работает все равно. О, сколько монет дают? Подождите, а если 30 дней, сколько там дадут? Шапку за 20 дней дадут. Как вниз крутить? Ага. Что-то очень крутое дадут, смотрите, за 30 дней. XXL, ой-ой-ой-ой-ой. 30 дней заходить в игру. Сложно, это сложно. Тем более, что мне на iPad она. Я iPad с собой не всегда беру. Поэтому навряд ли я 30 дней зайду, чтобы это все получить. Вот если бы она на телефоне установлена была, я не люблю, когда на телефоне что-то установлено. Эти уведомления постоянно, чтобы телефон достать. Это просто время тратить твое. Жизнь проходит в телефоне. Не хочу, чтобы такое было, поэтому... У меня уведомление на телефоне минимально стоит. Чтобы такого не было. Ой-ой-ой-ой-ой. Нормально поели мы. Так, немножко потише. Я сделаю что-то громко, мне кажется. Все-таки игра идет. Так, как у нас карта? Что у нас? Тут кнопка, буква H у нас. Hungry. Первая буква у нас здесь где-то. Давайте и найдем ее. Где-то снизу, по-моему. Где-то вот здесь она. Если я правильно карту прочитал. Вот она, да. Так, давайте дальше считать карту. Сверху сундучок, погнали. Где-то здесь. Вот он. Так, открыли сундук. Идем дальше. Что у нас на дне? На дне ничего. А мы летать можем, да? Мы можем летать. Так что я попробую залететь вот дальше. Где-то здесь, смотрите. Вот сюда надо... Ну да, провалиться вот здесь где-то надо. Все правильно. Дальше мы плывем максимально вправо. Там будет небольшой... Ага, вот, все правильно. Так, сейчас мы все соберем, короче, прям все. Ничего нету, все в правой стороне, значит, осталось. Здесь можно пролететь немножко. Давайте пролетим. Вот так. Так, еще чуть-чуть. И здесь где-то сундук, вот он. Хорошо, это третий из пяти, по-моему. Так, буква R. Третья буква. Нет, четвертая. Четвертая буква. И у нас еще Фрэнзи сработал. Hungry Shark. Так, надо посмотреть, ничего ли мне не пропустил. Одну букву я пропустил. Одна буква там. Ну, это к лучшему. Это к лучшему. Сейчас мы здесь что-то соберем. Я, короче, все соберу. Я так смотрю. Нормально идем. Быстро все. Где-то здесь, да? Карту я неправильно посчитал. Нет, все правильно. Вот он, сундук. Сундук я нашел. Буква там, но ее, чтобы открыть... Я не знаю, как ее открыть, если честно, она с другой стороны, что ли, войти, может, так? Короче, попробую здесь перепрыгнуть эту лодку, перелететь ее. И смотрите, с этой стороны, чуть дальше надо еще. Одну букву я заберу оттуда и потом вернусь оттуда. Где-то здесь это все дело, я тут 100 раз был в этом месте. Когда летать не умеешь, очень сложно сюда попасть. Можно умереть. Ох, сколько тут всего. Ой-ой-ой, как классно. Букву собрал. Все, выплыли отсюда. И сейчас будем смотреть карту, чтобы ничего не пропустить. Короче, вот сверху буква, вот здесь вот. Сейчас мы ее заберем и пойдем дальше. Поплывем дальше, чуть ниже. Так. Вот она здесь должна быть. Все правильно. Все правильно, и заодно соберем тут все. Еще одна золотая лихорадка. Там мега-лихорадка уже скоро накопится с такими темпами. У меня все идет неплохо. Так, теперь идем вниз. Нам осталась одна буква здесь, и одну я пропустил, и сундук там. Все нормально. Сейчас просто все соберем. Так, только единственное, отсюда очень трудно выплывать. Надеюсь, я успею выплыть. Нет? Давай, ты сможешь. А, ну нормально. Ускорение-то накапливается, так что я смогу уплыть отсюда. Все. Мне казалось, это сундук хотел собрать, но это не сундук. Так, сундук у нас чуть дальше, левее, вниз. Сейчас спустимся сюда куда-то. Спускайся, давай. Ой, течение снова. Давай, пощади меня. Так, сюда или не сюда? Сюда. Сломали, течения здесь нету, хорошо. Блин, надо поесть что-то, я... Здоровья у меня нет. Все, нашел, 200 золота мне дали. Все сундуки 5 я набрал. Так, и последняя буква, так что готовимся к супер... поглощению всех. Это же последняя буква? Да, вот я ее собрал. Все, погнали.
Сейчас и золотая лихорадка должна накопиться, и прям вообще все шикарно должна быть. Ням-ням-ням. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Смотрим, сколько у меня золота. 10 тысяч сейчас набрано, да? 10 тысяч золота. Посмотрим, сколько я наберу. 10 400. В конце уже сколько будет. А, золотая лихорадка закончилась, к сожалению. 11 600. Так омега еще работает или нет? Я что-то не понял. Ну, вернее, буквы сработали или буквы закончились уже. Что-то я не понял вот этого момента. Сейчас мега-лихорадка должна быть, смотрите. Да, мега началась вообще прям. Сколько золота я заработал за этот момент. Еще рыба, ой, акула моя, она же левел, уровень повышает, а что я ее еще неплохо прокачал таким образом. Вообще классно, да, получилось. И то, и все, прям все сработало. Только мега-лихорадка быстро закончилась. Или она еще действует, не могу понять. А, она еще действует, как бы. Но она как-то не очень много дала. 17 тысяч. Нормально. 17 тысяч. А можно выйти отсюда? Выйти, да. 17 тысяч заработал. Хорошо. Смотрите, 18 уровень. И всего один уровень. Серьезно, я думал, 2 хотя бы получил. Как бы, ну ладно. Уровни сложно набираются здесь. Ну ничего, 173 тысячи у меня золота. Если что, потом что-нибудь прикуплю. Так, ну а здесь начинаются игры для... Не для всех, так сказать. Не для всех. Так, пропускаем. Здесь вот про кота. Вот она в свое время, она вышла, по-моему, 3 года назад. Все на YouTube делали это по этой игре. И очень много просмотров можно было набирать. Можно было каналы развивать просто с нуля. Просто с нуля, выпуская эту игру, до там миллиона просмотров просто каждый ролик набирал. Просто надо было картинку красивую сделать. Ну, заставочку такую, чтобы кликали на этого кота, типа, и 10 минут ролик или больше делать. И можно было набирать много просмотров. Сейчас это уже не работает, я просто рассказываю, как это было 2-3 года назад. Сейчас это уже как бы не актуально, наверное, но хотел рассказать вам. Так, ну что, пират у нас будет, не пират? Кстати, мне шляпа не нравится пиратская, а вот эта штука прикольно смотрится. А, я что, это купил, что ли? Да, это я купил. Я думаю, почему у меня никогда не было, да, это покупное, что ли? Или нет, подождите, сверху покупное, нет, это бесплатно. Так, мне нужен головной убор какой-нибудь прикольный. Нет, это не подходит. Так, а где головные уборы? Здесь? Тут вообще все можно накладывать практически. Но это не самое главное. Здесь еще прикольно, смотрите. Сейчас покажу. Здесь можно, например, какие-то вещи собрать с собой в поход. Я не помню просто, как это все делается. Что-то взять с собой и пойти в путешествие. И сейчас тут, типа, небольшой мультфильм будет. Насколько я помню сейчас. Ну давай, что надо делать? Я просто забыл, как это активировать все. Что-то мы взяли с собой, хрюшку какую-то, лабиринт, рыбки. Что это вообще такое, я не понимаю. Все, что у нас было, мы взяли с собой или что? А, ну ничего не произошло, мы просто вернулись, а там можно в путешествие долгое попасть. Ладно, это все ерунда, давайте дальше. Пеппа, Пеппа Пиг. Кто смотрит свинку Пеппа? Напишите, пожалуйста, в комментариях. Мне просто интересно, если кто-то смотрит у русских, потому что в Англии все смотрят. Это, ну, типа, в Великобритании изначально появился мультфильм, а сейчас... Ой. Чё я вообще творю? Вы видели, да? Чё произошло? Я просто ударил... Ударил свой стабилизатор. Я думал, что-то сломалось даже. Так, что-то я нажал там. А, я выбрал, короче, свое сохранение. Сохранение игры. И мы сейчас начинаем играть. Это, кстати, мультфильм, наверное, такой есть. Это типа оттуда отрезок, наверное. Я не знаю, я не смотрел, не знаю. Когда я был маленьким, я Пеппа Пиг вообще ни на одном канале не видел. Хотя написано, что с 2003 года этот мультфильм. Так, ну что тут можно сделать? Давайте собираем фрукты с деревьев. Будем вот сейчас все собирать. Это яблоки? Наверное, это яблоки. Но выглядит как бурак, знаете? Цибуля-бурак. Очень похоже как-то. Такой цвет еще странный. Ну да, действительно, похоже.
Но это, конечно же, яблоки. Так, куда пойдем? Нет, давайте деревья. Давайте деревья пособираем. Что тут надо пособирать? Так, это груши или это лимоны? Лимоны же на деревьях растут или нет? Я вот не знаю. Кто знает, напишите. Но это выглядит как груши. Это, скорее всего, груши. Так, это сливы, наверное. Вот это слива, а это, наверное, яблоко. Да, это, наверное, сливы, стопудово. Так, сейчас будем готовить. Что делать? Ну, пирог, либо сделать закатки в варенье, не знаю. Давайте пирог все-таки, поинтереснее пирог сделать, как по мне. Так, первым делом мы перемешиваем. Не знаю, это в блендере на самом деле надо делать. Так никто не делает. И все выглядит как тесто какое-то, очень странно выглядит. Так, что дальше? Дальше разрезаем. И каким образом у нас пирог такой получился? Его же в духовку надо было поставить, чтобы, наверное, такой был. А у нас как будто он готовый, но очень странная игра, да. Чисто перемешал, и пирог появился. Сделали по возможности это в духовку доставлять это все. Ладно, это ерунда. PJ Masks. И вот я тоже хотел узнать, кто смотрит PJ Masks. Masks — это тоже мультфильм есть. Если кто смотрит, пишите, что по какому каналу он идет. Это игра тех же разработчиков, что и Peppa Pig, кстати, если что. Так, погнали сюда. Это платные уровни, это бесплатные. Платные я не платил. Давайте за девочку. Это же девочка или это мальчик такой? Я не понимаю, не разбираюсь. Но выглядит как девочка, потому что, типа, ресницы на глазах. Или у них у всех ресницы на глазах. Так, мы летим, да? Ну, полетели. Пум-пум-пум-пум-пум. Надо что-то собирать нам. По-моему, способность. Можно врезаться куда-нибудь. Нет? Давайте проверим, я врежусь. Нет, нельзя врезаться. А что это тогда мы взяли, непонятно. Просто очки, наверное. Наверное, в мультфильме тоже такая музыка играет. Пэм-пэм-пэм. 3 звезды, все, отлично, прошел я. 2700 очков получили мы. Идем дальше. Чуть посложнее будет? Давай-давай, посложнее, я понимаю. А, по-моему, только она летает, а если за других играть, то там, по-моему, они бегают. Они не летают, только она умеет летать. Поправьте меня, если не так. По-моему, только девочка это летает. Какое-то облако вонючее было, зеленое такое. Так, это какая-то суперспособность. Мы это все взяли. Две звезды почему-то. Не знаю, что я не собрал неправильно, но только 2 звезды дали. Ладно, погнали Little Pony. А Little Pony, по-моему, надо интернет, потому что там типа строительство города своего. От создателей, кстати, Minion Russia. Game Loft. У них полно, наверное, таких игр, я просто вот увидел от их И тут довольно-таки милая графика, зацените, вот смотрите. Пони такие довольно-таки прикольные. Некоторые разговаривают даже по-английски, то есть... Чего? Нет, не хочу. Типа она спрашивает, хотите, она хочет использовать, где вы находитесь? Нет. Видите, детей... Ой, сколько цены сразу же. Они хотят знать, где дети находятся. А что это такое? Это надо запретить вообще, на самом деле. Чтоб игра это спрашивала. Так, что-то можно играть. Собирать яблоки. Только что с Пеппой собирали мы, а тут надо теперь с ними. Так, сколько у нас денег? Ну, наверное, за 500 возьмем. Типа двойные очки просто будут. Так, что делать? Ага, вправо-влево бегать. Хорошо, прикольная игра. Так, собираем. А желтое это что? Это типа неспелое яблоко или что? Давайте проверим, что будет. А, нет, это реально плохое яблоко. Нельзя собирать его. Ладно, давайте собирать все, кроме желтого цвета. Так, что-то перестали они падать, как я один раз подобрал. Так, вот упало все-таки. Что-то я мало собрал, 12 всего. А нет, еще не конец. Что-то очень мало собрал, реально, очень мало. Здесь я сейчас покажу, здесь можно город строить. Сейчас вот тут задание надо нажать. Вот у нас сейчас задание, да? Собрать грейн. Грейн — это зерно. Собираем зерно, и дальше следующий квест нам дадут. Сделали квест сейчас. Сейчас нормально дадут что-нибудь построить, нам скажут. Build cherry stand. Cherry stand — это где у нас вишню продают. Или производят, или продают. Сейчас посмотрим. Сейчас мы ее расставим. Видите, можно куда угодно ставить. Хоть здесь. Вот здесь у нас вишня будет продаваться. Смотрите, пони прям бьет молотком и строит это все дело.
Сколько надо ждать? Минуту. Давайте просто посмотрим, какая анимация. Будет что-то меняться в здании? Или она сразу мгновенно готовым будет? Тут что-то на распродаже. А это что за кнопка? Что такое? Что? Передвинуть надо или что? А, это мы что-то строим еще, я понял. Так, ну тут строительство идет. Видимо, ничего не меняется. Так и будет. И, кстати, все здания одинаково выглядят, когда строятся. Видите, это здание одинаковое и это. То есть, ну, сэкономили деньги. Все одинаково выглядит. Тут можно какие-то деревья посадить, что-то еще сделать. В общем, такая вот игра для девочек, так сказать. Так что, если из вас есть девочки, пожалуйста, для вас последняя восьмая игра сегодня в подборке. Ну что ж, я с вами прощаюсь. До новых встреч. В следующем ролике у нас будут вот такие вот игры. Это Angry Birds, гоночки у нас будут. Кстати, это первые три гонки игры. Все игры это гонки, по сути. Томас тоже гонка. Зубы это у нас прикольная на Brawl Stars. Похожая игра, но там нет баланса, потому что кто задонатит, там очень сильными становятся герои, их невозможно убить. В общем, вот это будет в следующем ролике. Спасибо, что досмотрели до конца. С вас лайк, с меня новый ролик. Пока-пока. До новых встреч. Подписывайтесь. Всем привет. Вы готовы поиграть 8 игр вместе со мной? Берите чаек, бутербродики и поехали. Видео на 20-25 минут. Первая игра, где мы будем играть за Балди. Вот смотрите, есть игра, где мы играем, убегаем от Балди, а в этой игре, как я понял, мы должны играть за Балди. Так, здесь знаете, что мне написало? Она написала, пожалуйста, включите интернет, потому что должна быть реклама. Нет рекламы, не поиграешь. Давайте пробовать второй раз. Блин, ну сейчас будет придется рекламу смотреть, наверное, постоянно. Вот, пожалуйста. Domino's Pizza. Domino's Pizza, да. А где пропустить рекламу, по-моему, нельзя, да? Ну, хоть без звука она, это уже хорошо. Все, ребята. Пицца это хорошо, но игра еще лучше. Я не могу понять, где вообще рекламу отменить. Мне на нее нажать надо или что? Короче, ребята, эту игру пропускаем, потому что тут невозможно ничего делать. Погнали в Hill Climb 2. Fingersoft. Ну, блин, в ту игру невозможно играть, вы видели. Рекламу не пропустить, она не заканчивается. Значит, погнали в гоночки. Опа! Так, ну что, будем играть во что? Во что будем играть? Я уже забыл, как играть, если честно. Adventure режим. Режим приключений. Вот сюда нажмем. Это наша тачка. Давайте проапгрейдим мотор немножечко. Дальше новые колеса поставим. И вот еще резина. Поехали. Андромалик, поехали. Там коровки пасутся, красота, красота. Бензин у меня еще не закончился, все нормально с бензином. Мне до конца 300 с чем-то метров, вернее не до конца, а до бонуса, как я понял. Какой-то бонус мне дадут. Так, аккуратненько, пожалуйста. А нашего персонажа зовут Билл, насколько я помню. Билл аккуратно там в тачке, трясет, я понимаю, но не перевернись. Я хочу до конца до бонуса доехать. Не спеша, не спеша. Аккуратненько, аккуратненько, Билл. Так, 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 так. Мешок с золотом. Еще 100 метров. Продержись, Билл, пожалуйста. Вроде бензина хватает у нас. Вроде хватает, а просто боюсь перевернуться. Будет неловко в конце перевернуться перед тем, как мы уже бонус почти получили. Так, 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 так. Ой-ой-ой. И специально самое сложное перед бонусом, чтобы не заехать. Все, мы заехали. Следующий бонус через 500 метров. Но если честно, мне кажется, мы больше... Да, больше мы ничего не заберем. Потому что уже сложно дальше. 500 метров еще ехать. А мы выиграли, значит, 1400 монет. Получили один кристалл и какие-то апгрейды. Зимнюю резину мы получили. Прикольно. И это прикольно. Так, хорошо. Давайте тогда используем эту зимнюю резину. Так, вот здесь, да? Так, это наш персонаж. Давайте его немножко переоденем. Ой, давайте женщиной сделаем его. Отлично. И для тачки у нас что-то новое открылось. Новая раскраска. А где резина та зимняя, которую я видел? О, вот она, да? Free. Что-то мы проапгрейдили, да? Free. Я что-то не могу понять, почему написано free. Мы нажимаем, ну, типа, бесплатно.
А дальше ничего не происходит. А типа рекламу, наверное, имеется в виду, смотреть надо. Хорошо. Зимнюю резину используем. А здесь у нас что-то стоит более крутое. Ну, в общем, вот так вот поедем. На зимней резине поедем. Прикольно, да? Оп, 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 оп. Ой. А мы играем против самого себя, что ли? Как-то так, это другая трасса. Но у нас тут есть уже сохранение, как мы в прошлый раз проехали. Но у меня немножко более мощная тачка сейчас на этот раз. Мы же ее проапгрейдили, плюс это резина зимняя. Может быть, зимняя резина нужна для трассы, где снег все-таки. А пока что у меня такая трасса не открыта, и мне бесполезно то, что я сейчас поставил. Она мне ничего не дает. Кстати, вот предыдущий рекорд, вот мой, как я ехал, у него вообще-то машина не подпрыгивала особо. А здесь у меня постоянно машину трясет. Постоянно она опрокинуться хочет, потому что она более мощная стала. Ой, а здесь как? Здесь я вообще заеду? Да, заехал, но было опасно. Было опасно, но я это сделал. Так, бонус мне дали. Следующий бонус снова 500 метров придется ехать. Смогу ли я заехать вот в эту гору? Вопрос. По-моему, колеса не держат, смотрите. Не, держит. Ой-ой-ой. Давай, держись. Черт тебя побери. Черт побери. Семен Семенович. Ну что такое? Эх, так события. Что у нас в событиях тут? Бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла. Бесплатный сундук. Бесплатный. Давайте откроем. Бесплатный сундук, это хорошо. Все, погнали дальше играть. Red Bull, следующая игра. Red Bull будет без интернета. Чтобы показать вам свой скилл, мастерство. Какой у нас тут уровень уже? А, мы тут все прошли. Ну, давайте тогда... Давайте с какого? Ну, шестого давайте. Я давно не играл первую главу. Здесь всегда... Мне первые уровни больше всего нравятся, честно говоря. Я не знаю, почему. Начальные уровни, они какие-то поприятнее, что ли. Приятнее играть в эти уровни. Оп. Так, ну что, погромче надо сделать. Так, сохранение первое. Так, аккуратненько толкаем. Толкаем дальше. Оп, и теперь можем запрыгнуть. Так, вперед! Классно, да? Прокатились. Теперь надо... Нет, неправильно я сделал. Надо вначале поставить, смотрите, эту штуку. Сюда левее немножечко. Чтобы потом закинуть вот этот вот... Вот этот ящик прямо туда. Оп, подождите, чуть не подпрыгнул я. Сейчас. А, можно ж отсюда запрыгивать, что я делаю. Можно ж вот так запрыгнуть. Оп, и сюда, и все, и поехали. Потому что так не запрыгнуть, не хватает высоты. Не добраться туда. Хорошо, идем дальше. Так, что мы видим? Мы видим врага. Ой, извините. Немножко неправильно сделал, хорошо. Врага больше мы не видим. Теперь, чтобы запрыгнуть, надо сделать вот следующим образом. Немножко раскачать и прыгать. Все. Здесь следующий враг. И его надо победить. Так, хорошо. Что дальше здесь у нас? Ага. Здесь надо что делать? Я забыл. Сразу кидать? Да, сразу. Сразу вот так. Оп, оп, оп. Все. Странно, что она не падает. Потому что вот эта палка, она должна упасть вниз. Я не понимаю, как она держится здесь, если честно. Вот реально, не понимаю. Ну ладно, раздержится, так держится, пофиг. Но она должна падать вниз, если честно. Она ни на чем не держится, просто на воздухе. Блин, что-то я затормозил и упал из-за этого. Опачки, хорошо. Все, идеально прошел я. Идем дальше. Следующий уровень. Восьмой. Так, здесь сразу хоп, вот так вот. Бум. Так, враг на горизонте. Врага нету, все хорошо. Так. Так, ждем, пока немножечко отойдет. Прыгаем. Опачки, хорошо. Так, а здесь можно вот так сделать. Пум! Ай-яй-яй! Ой, как бы самому не упасть, ай-яй-яй. Так, здесь надо куда-то что-то перевести. А, нет, здесь надо туда. И на него затянуть. Вот так. Оп.
все получилось, и теперь надо вести. Смотрите, что if до конца, и потом оп, и получается у нас вот так вот все. Хорошо, на мельницу запрыгнуть надо. Сейчас запрыгну. Хорошо. И теперь, теперь точно так же, только сюда. Все, уровень пройдет. Ну что, редбола достаточно, я думаю. Неплохо поиграл я. И надеюсь, вам тоже понравилось. А дальше у нас Гренни. Ну, что-то Гренни, что-то мне не хочется играть в Гренни. Я его добавляю, потому что вы просите. Но это не моя игра, ребята. Можете больше не просить. Можете как-то не просить эту игру, ну вот. Ну, хоть один раз, вот, не просите, пожалуйста. Вот под этим видео не пишите комментарий «Поиграй в Гренни», хорошо? Если таких комментариев не будет, то я не буду играть в нее больше, хорошо? Ну, у меня там еще вроде в каком-то, может, следующем видео Гренни вторая, другая фейковая есть. Я уже скачал ее, под 8 игр я подготовил. Может быть, еще один ролик будет. А может, уже был, я не знаю. Может, не, в Гренни какая-то была, а может быть, еще одна осталась. Просто я не помню уже. Так, ну что? Что будем делать тогда? Ну, оригинальная Гренни самая нормальная. По графике вот все приятно нарисовано. С душой. Как вот эту штуку, чтобы упала она, например? Это, наверное, надо шотгана выстрелить? Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, да какая сложность стоит. Вы видели, как Гренни быстро шла? Это просто ужас какой-то. Я даже сейчас, наверное, проиграю. Она идет? Да, она идет. Какая скорость у нее? Ужас. Ну, что, Гренни? Ты мне там покушать приготовила, да? Я сейчас спущусь. Доиграю тут вот немного в туннеле с пауком. Я спущусь. Иди вниз. Спускайся. Чувствуй себя как дома, бабуля. Все, расслабься. Я обязательно съем твои блинчики. И сырники. И борщ. Так, я забыл, просто хочу проверить. Если я уроню эту штуку, я смогу уползти. Как же медленно он, когда приседает, это просто жесть. Невозможно ничего успеть. Dark Eyes Scream, короче. Пародия, фейк на супер популярную игру, в которой уже 3 части вышла Ice Cream. Может быть, уже 4-ю часть делают, не знаю. Ну, просто сейчас вирусы, может быть, перестали делать. А так вообще делали постоянно, каждые несколько месяцев выходили новые части. Так, 8-й уровень. Что-то мне надо сделать здесь. Так, проверь в оружие. Убей айскриммена. А, солдатов айскрима. Мороженщика солдатов надо убить. И получить... И подготовиться к большой... Чему-то большому, в общем. Так, значит, мы проверяем. Берем шотган. Шотган есть. Закрываем. Идем искать солдат мороженщика. Подождите, вот они. На... Блин, тут есть режим матрицы. Слоу-мо. Ты найдешь пушку МП-5 в доме. Хорошо, идем в дом. Как красиво я их пострелял прям с этим слоу-мо. Прям какой-то Макс Пейн, что ли. Мне, кстати, Макс Пейн 3 не понравился. Я его прошел, конечно, весь, но... Но ужасная игра 5-й Макс Пейн. Ой, 3-й Макс Пейн. Странно, что 4-й не делают. А, наверное, 3-й плохо продался или что. Так, МП-5 взяли. Со скином с CSGO прям. Следующий уровень. Давайте еще один. Прям мне понравилось. Мне понравилось. Четко по перестрелке. Это уже мое. Мне интересно стрелять. Так, что там здесь надо? Проверь оружие. И снова убить надо всех. Ну, хорошо. Давайте МП-5, новая пушка. Заценим, как она себя покажет. Так, мы немножко в другом месте. Сейчас прогуляемся, найдем врага. Тут никого нету. А вот и они сами меня нашли. И, кстати, замедленное включается только когда он умирает, как я понимаю. Хотя сейчас тоже было замедление какое-то. Перезаряйся, Вася. Отлично. Второй клоун погиб. Где-то еще кто-то. Вот он. Иди сюда. Так, а можно вот так убить? Да, можно и так. И, значит, последний где-то здесь. Я просто по радару смотрю, там точки красные. Сразу понятно. Они еще любят в это стрелять в небо. Теперь АК-47 мне надо найти. Короче, за каждое задание мне дают бонус. Новое оружие. На этот раз это Калашников. АК-47.
Сейчас мы зайдем и получим его. Так, где же Калашников? Так. Тоже на столе? Да, все время в одном месте. Вот он. Тоже со скином, с CSGO. Все оттуда. В общем, такая вот игра. А мы идем дальше. Дальше у нас Temple Run. Немножко побегаем. Если что, Temple Run — это чуть ли не первый раннер в мире. Вот после Temple Run все начали копировать и делать всякие раннеры. А до этого вообще раннеров не было. Мне дали 500 монет за то, что я обновил игру, прикиньте. Только что было написано. Поощряют даже, видите, первую игру, даже обновляют первую часть, потому что все-таки кто-то играет, какие-то деньги приносят, и разработчики, и там небольшая семья получают деньги, но и не просто маленькие деньги, они хорошие деньги раньше получали. Сейчас, конечно, уже, наверное, Temple Run не играю, только я тут чего-то их в них играю. Надо мне уже их удалить, поставить другие игры, например. А я все Temple Run. Уже, наверное, никто не знает, что это за игры. Из тех, кто впервые смотрит мои ролики, они такие: в Temple Run, а что ты играешь в эту игру? Она вообще уже не популярная. Кому она вообще нужна? Я вот что-то играю в них все до сих пор. Привычка просто выработалась в раннеры играть. Мне они нравились просто, и все. Блин, я случайно. Давайте еще. Но это не результат достойный внимания вашего. Надо получше пробежать. Я что-то не прыгнул в последний момент. Палец у меня что-то не сработал. Прыгай. А чувака зовут Guy Dangerous. Так его зовут. Типа опасный парень. Как-то так. У него имя такое, так вот и выдумано. Guy Dangerous по-английски. Опасный парень. Опасный поцик по-нашему. Да. Опасный поцик. На пенек сел, косарь должен. Сейчас бы посмотреть на этого чувака с этого ролика. На пенек сел, косарь должен. Как он сейчас выглядит. Потому что этому ролику уже лет 10, наверное, если не больше. Вот уже вырос, ему уже лет 20, наверное. Посмотреть, какой чувак сейчас. Я думаю, его можно найти как-то. Кто-то уже знает, где он, как он выглядит. Просто поспрашивать в интернете, я думаю. Надо просто имя, фамилию, может, узнать. И дальше можно погуглить и найти. Хотя, может, ему самому неприятно, что его постоянно ищут. Я, наверное, не первый, кто его хочет найти, посмотреть, как он вообще. Как у него дела. Хоп. Ну, бессмертный, я не знаю, что я прыгаю там. Все, заканчивается бессмертие. Теперь мы сейчас проиграем. Скорость очень большая, ребята. Я уже не держу такую скорость. Все-таки я не такой молодой, как вы. Вы бы дальше пробежали бы, я уверен. Ну что ж, это была вот такая вот крутая игра Temple Run. А дальше у нас не менее крутая игра Super Mario Run. Nintendo. Поехали, Nintendo. Ну, поехали. Ремикс 10. Старт. Пара-пам-пам-пам-пам. Ай, пропустил монетку. Ну, первая монетка сверху была. Так. Мне главное монетки вот эти секретные. Ой. А как надо было 3 взять? Ё-моё. Я только 2 взял. Я хочу 3. Ну, не повезло. Сейчас давайте на третьем уровне все соберу, попробую. Так. Уже неправильно, да? Какой супер маленький уровень. Просто только начало, сразу конец. Так, ладно. Соберись, Андромалик. Соберись. Так. Куда здесь прыгать? Блин, там надо было на этого запрыгнуть. И от него оттолкнуться, наверное. Я что-то вообще ничего не собрал. Так, Луиджи. Может, с Луиджи мне повезет. Он вроде выше прыгает, насколько я знаю. Ой-о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 й
Но
проиграл из-за того, что у меня одна жизнь была. Мне нельзя было ни до чего дотрагиваться. Ой, ой, ой. Да куда ты? Я в ту сторону хотел прыгнуть. Ай-яй-яй-яй-яй. Ну давайте, ну хоть на 7 уровне мне повезет. Оп, нормально. Ай, надо было на кнопку нажать. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Так, ну что, еще 2 уровня? Нет, 3 уровня. 8, 9, 10. Еще есть попытки хотя бы в одном уровне 3 собрать, хотя бы монетки. У меня это получилось, ребята, все. Даже аплодисменты были, вы слышали, да? Аплодисменты мне. Фух. Show me your love. Show me your love. Блин, и здесь я все собрал. Ну, блин, ну я профессионал, согласитесь. Так играть не каждый может. 2 подряд по 3. Ой-ой-ой-ой. Так, еще надо здесь тоже что-то сделать. Блин, и здесь. Класс. Респект. Прям 3 подряд. Прям. У меня сразу настроение хорошее. Классно, классно. Давайте еще. О, бонусная игра. А, это бонус какой-то мы открыли. Так, что мы открыли? Ну, какой-то синий флаг мы открыли. Это можно здесь сейчас на карте где-нибудь его поставить. Но я бы еще поиграл, если честно. Опачки. Так, мне еще бонус дадут, наверное. По второму разу. Тут можно спасти еще кого-то, принцессу там какую-то. Из-за нее тоже дадут хороший бонус. Так, лезть в трубу. Следующий мир. Блин, давайте играть, мне понравилось. Так, подарки можно посмотреть, что это такое или что это? Не, никак, да? А, я не могу играть сейчас, прикиньте, надо 20 секунд ждать. Ну тогда давайте бонусы возьмем. Пока 20 секунд там. Ой-ой-ой-ой-ой. Еще раз давайте. Оп-оп-оп. Еще что-то открыли. А что такое ноутбук? А, это описание того, что мы открыли. Хорошо. Так, смотрите, 3 секунды и мы можем играть. 3, 2, 1. Погнали. Используем билет. У меня, кстати, больше билетов нет, оказывается. Это последний билет. Я больше не смогу играть. По-моему, 1 билет в день дают, не? Ай-яй-яй, надо было запрыгнуть на пулю. На пулю дуру. Ай-я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 й. Так, что дальше, что дальше, что дальше? Ай-яй-яй, как же я не взял? А, я вообще проиграл. Нельзя дотрагиваться стали. На них только запрыгивать можно. Ух. Какая тут жесть сразу. Ну, все нормально. Идеально прошел. 3 уровень идеально. Давайте дальше еще получше попробуем результат показать. Оп. Оп. Ну, здесь легко, по-моему. Здесь невозможно не собрать, если честно. Здесь еще сверху, да? Оп. Ну все. Так, что это возьми? А что это такое? Не знаю. Пригодится, пригодится, всегда пригодится. Луиджи, 5 уровень. Так, что надо делать? Ой, ой, ой. Так, надо было просто прыгнуть выше. Так, я что-то тут перепрыгнул неправильно. Что-то вообще полоса невезения пошла какая-то. Хорошо, 7-й идеальный уровень. 8-й. Блин, я не прыгнул правильно. Ничего не получил. Эх, 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 эх. 9-й. Может, здесь повезет? Ну как же так? Надо было нажать, наверное, тап. Чтобы он падал медленнее. Или еще что-то надо было сделать. Непонятно. Ай-яй-яй-яй-яй. Все собрал, но упал. Зачем я падал внизу? Зачем?
Угу, хорошо. Давайте тогда установим это у себя в доме, там, где я живу. Чтобы открывали все. Что, 12 медалей собрали? Маловато, конечно. Можно было за каждый уровень по 3, то есть 30 медалей можно было собрать. Каждые 30 секунд можно играть, но у меня билеты закончились, я больше не могу играть. А здесь будем сейчас устанавливать что-нибудь. Давай без notification. Да-да-да. Не надо мне говорить, что делать. Подарок давай посмотрим, что у нас тут. Подарочек. Все подарки сразу получу. Все. Так. Что здесь можно поставить? Подождите, а как ставить? Что-то я не понял. У нас же вещей полно, да? А как? А, вот, build. Так. Place. Так. Цветочки. Пум-пум-пум. Опа. Дальше, что это такое, я не знаю. Ну, пусть здесь будет. Здесь звездочка пусть будет. Где-нибудь здесь. Хорошо. Опа, статуя Бузера золотая. Здесь, значит, у нас флаг. И здесь флаг, чтобы красиво было. Тут какое-то здание непонятное. Его только можно здесь ставить, да? Ну пусть оно будет, не хочу, чтобы Боузер стоял. А, нельзя, да? Ладно, пусть это будет тогда. Так, это можно куда поставить? Давайте сюда. Кирпич. А, нельзя, да? То есть, либо одно большое здание, либо несколько маленьких. Как-то так сделано все. Либо вообще новогодняя елка. Ладно, пусть паузер стоит золотой такой, типа, важный такой. Все, больше у меня ничего нет. Вот такое вот у нас все теперь выглядит. Все вот так. Ну что ж, я, наверное, Майнкрафт уже не буду играть. Что-то я подустал, плюс видео 26 минут. Подустал я что там. И поэтому давайте покажу вам, что будет в следующем ролике. Вот такие вот игры. Кто-то просил Stardew Valley. Я не знаю, как по-русски, кстати, вы называете эту игру. Напишите, кстати, мне интересно, потому что я по-английски бы читал ее как Stardew Valley. Но, наверное, вы как-то по-другому называете эту игру. Напишите, пожалуйста, мне будет интересно. Ну и все, все остальное, ну как, ну вот вторая новая игра и первая там будет новая игра. Jetpack я показывал уже, Little Pony, я не знаю, там в магазине сейчас был на первом месте где-то по скачке или что, я что-то скачал. Она вроде бесплатная или платная, я не помню, в общем. Что-то я добавил сюда, видимо, в магазине где-то было сейчас на высоком месте. Все что-то скачивают, поэтому я и добавил в наш обзорчик. Вот такие вот игры. До новых встреч, спасибо, что смотрели, колокольчик, лайк, и увидимся. С вами был Андер Малик, пока-пока, не болейте, играйте в хорошие игры. Увидимся.